Здравствуйте, уважаемые коллеги. Позвольте вас поприветствовать теперь уже от Федерального ресурсного центра по развитию системы комплексного сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями, с тяжелыми множественными нарушениями развития. И сегодня мы проводим презентацию, мастер-класс по разработке специальной индивидуальной программы развития. И хотели бы напомнить, что год назад в этом зале открывался наш федеральный ресурсный центр, и мы представляли уже такой ресурс, помощь педагогическим работникам, который позволяет разработать индивидуальную программу развития особого ребенка. И этот ресурс содержит несколько разделов. Вот, например, вверху здесь вы видите как раз пять основных разделов, нормативно-правовой, где есть некоторые полезные документы для образовательных организаций, которые работают с такими детьми, и их просто-напросто можно скачать. Второй раздел содержательный, наиболее объемный, и в нем представлено содержание образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой степенью умственной отсталости, с тяжелыми множественными нарушениями развития в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта таких обучающихся и примерной адаптированной основной общеобразовательной программой. То есть здесь 10 предметов и по каждому и 4 коррекционных курса. И по каждому предмету, вы видите, есть разделы и подразделы, которые можно открыть. И внутри подразделов также представлен ожидаемый результат, возможный ожидаемый результат и какие-то короткие методические рекомендации для того, чтобы можно было работать по педагогу по достижению этого результата. Кроме того, на целом ряде страниц, по целому ряду ожидаемых результатов вы сможете найти также видеофайлы, которые иллюстрируют возможные подходы к тому, чтобы обеспечивать реализацию поставленных задач. И какие-то материалы, которые можно распечатать для того, чтобы сформировать из этих материалов рабочие тетради и использовать их в процессе занятий с ребенком. Здесь пытаемся представить некоторые материалы сразу же онлайн. И следующий раздел – это технологический, и здесь представлен конструктор, с помощью которого педагог может разработать индивидуальную программу, составить, сконструировать ее, вернее так. Здесь также имеются все 10 предметов и 4 коррекционных курса в соответствии со стандартом. И если мы открываем какой-либо из предметов, внутри него разделы, и педагог может, ориентируясь на те или иные возможности, особенности развития ребенка, выбирать соответствующие задачи, которые будут актуальны для данного конкретного обучающегося в течение учебного года, и отмечать галочками таким образом те, которые можно будет использовать и выбрать для того, чтобы заполнить СИПР. И таким образом, отметив галочкой по тем учебным предметам и коррекционным курсам, которые входят в индивидуальный учебный план ребенка, набирается и формируется, в конце концов, кнопка нажимается, формируется файл уже в текстовом формате, в формате Word, который можно уже доработать и индивидуализировать, да, для данного конкретного ребенка.
и, по сути дела, это готовый инструмент. На наш взгляд, специальная индивидуальная программа развития, она позволяет максимально индивидуализировать работу с ребенком. Она позволяет вот, реализовать тот принцип, что не ребенок для программы, да, а программа для ребенка. И мы исходим из конкретных возможностей и особых образовательных потребностей конкретного обучающегося. И, соответственно, составляя, разрабатывая на ребенка эту индивидуальную программу, мы максимальным образом можем это учесть. Но вернемся к этому ресурсу. Следующий раздел у нас есть приложение. Там вы можете найти разные полезные материалы, примеры. Можно скачать программы, которые являются в соответствии с требованиями стандарта компонентами адаптированной основной общеобразовательной программы. Примеры специальных индивидуальных программ, календарно-тематических планирований и так далее. Вот. И недавно мы сделали уже в этом году, оформили полностью содержание, включающее более 1200 примерных образовательных задач, которые, примерных возможных результатов, которые будут полезны при разработке СИПР. И в таком, в виде такого электронного пособия, электронной книги это оформили. Это также можно здесь скачать, вот внизу, там, где материалы, вот методические рекомендации по СИПР. Этот в формате PDF, электронные издания. Ну и буквально недавно, в этом году, мы сейчас запускаем уже обновленный формат. То есть, если, скажем, вот в рамках этого портала вы педагог может использовать конструктор только для содержательного раздела специальной индивидуальной программы развития, а всего в соответствии с требованиями в ГОС структура СИПР включает 9 компонентов. И мы сейчас предложим вашему вниманию как раз конструктор, который позволит онлайн-режиме заполнить не только содержательный отдел, раздел, но все 9 компонентов этой программы. И я передаю слово методисту Федерального ресурсного центра Рудаковой Елене Анатольевне и попрошу тогда переключить на вот пока еще находится у нас в тестовом режиме на отдельном сайте эта программа. И я думаю, что в течение ближайшего времени, когда вот тестовый режим пройдет, мы также ее сможем разместить на портале УМК СИПР РФ. Пожалуйста, Елена Анатольевна. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Сейчас мы с вами посмотрим, как специалист может разработать, вернее, даже не специалист, а экспертная группа, поскольку разработкой специальной индивидуальной программы занимается экспертная группа, включающая разных специалистов образовательной организации, работающих с одним обучающимся. Вот как экспертная группа может разрабатывать индивидуальную программу. С левой стороны СИПР. Ага. То есть будет создан личный кабинет, можно будет регистрироваться, все ссылки для регистрации будут даны. Вот. Создать. Вот. И начинается структура, полностью раскрыта, все 9 пунктов, входящие в структуру индивидуальной программы. Ну вот, например, возраст ребенка. Ну, допустим, 7 лет, первый год обучения. Ставим 7 лет. Шрифт английский. Год обучения, первый. Группа особые потребности, вторая группа. То есть условно обучающихся с выраженным нарушением интеллектуального развития мы делим на 3 группы. Первая группа – дети, самостоятельно не передвигающиеся. Вторая группа – дети, имеющие поведенческие проблемы, нуждающиеся в постоянном контроле и присмотре. И третья группа – это дети с менее выраженными физическими и психическими нарушениями. Вот этот ребенок, например, вторая группа. Далее. Выбираете класс или ступень.
То есть обучение организуется либо по классам, да, допускается, рекомендовано, и, вернее, допускается в зависимости от условий образовательной организации объединение классов. Тогда это будет ступень, там класс-комплект. Вы помечаете либо класс, либо ступень. Ну, например, там все равно пометили. Вот, заключение по МПК. То есть то, с чем ребенок пришел в школу. Рекомендации психолога медико-педагогической комиссии. На сегодняшний день для детей с выраженным нарушением интеллектуального развития в рекомендациях по МПК стоит рекомендовано получение образования по второму варианту АОО. Либо четвертый вариант, если брать в ГОС начального общего образования. Поскольку там тоже предусмотрены разработка индивидуальной программы и образование ребенка на основе специальной индивидуальной программы обучения. Дальше посмотрите, пожалуйста, внизу. Слева назад, видите, значок в левом нижнем углу назад, в правом нижнем углу значок вперед. Вот идем вперед, все время движемся вперед. Переходим ко второму пункту. Вторым пунктом в структуре специальной индивидуальной программы является психолого-педагогическая характеристика обучающегося, которая пишется по результатам диагностического периода, проведенного с целью выявления уровня актуального развития и зоны ближайшего развития обучающегося. Рекомендован также определенный план написания характеристики. Первый год обучения. Мы пишем год обучения сначала идет первым пунктом, поскольку если посмотреть учебный план АООП, примерный АООП, то год обучения не совпадает с классом. Первый Д, потом идет первый класс, второй, третий. Если ребенок третий год обучения, то это второй класс. То есть нумерация немножко. В связи с этим ввели такой пункт. Например, первый год обучения. Далее идет социальная картина. Опускаемся ниже. Вписываем все, что нам нужно о семье. Кратко. Целое сочинение писать не надо. Основная информация. Что родители заботливо относятся к ребенку, там, прислушиваются к рекомендациям, которые дают специалисты и так далее. То есть все, что социально-бытовые условия, в которых проживает ребенок. То есть основная информация. Далее. Данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии ребенка. Ну, например, вот у нас ребенок, мы взяли, да, ребенка, первый год обучения. Вот, ну, вторая группа. Ребенок с поведенческими проблемами. Значит, основные и прикладные двигательные навыки сформированы. То есть основные прикладные, ходьба, бег. Все это мы сюда вписываем. Все, что вы можете написать о физическом здоровье, если ребенок какие-то есть соматические заболевания, склонность к простудным заболеваниям, переносимость нагрузок, работоспособность. Все это записывается вот в этом пункте. Вот и особенности двигательного и сенсорного развития. Далее идет характеристика поведенческих и эмоциональных реакций ребенка, наблюдаемых специалистами. Здесь уже то, что мы наблюдаем, какие поведенческие реакции фиксируют специалисты. Ну, например, раз вторая группа, ребенок с поведенческими проблемами, находится в постоянном движении, значит, наблюдается негативизм. Ну, вот все мы здесь заполняем. Эмоциональное состояние, например, неустойчивое, наблюдается смена настроения, да, негативизм, допустим, сопровождающийся криком, агрессией, направленной на людей, на вещи. То есть все, что мы наблюдаем в поведении ребенка, мы описываем. Старайтесь, пожалуйста, избегать общих фраз. Они красивые, но они не дают представления об особенностях ребенка. Конкретные вещи писать. Вот это очень важно, чтобы был виден ребенок. В другой раз все хорошо написано, хорошие фразы, но она подходит ко многим и не раскрывает особенности каждого ребенка. Далее идут уже базовые, например, учебные действия. Вот, ну, ребенок пришел в школу с поведенческими проблемами, понятно, что здесь будет и задача будет актуальное формирование базовых учебных действий. Учебное поведение частично сформировано, то есть ребенок еще с трудом удерживается на индивидуальных занятиях, начинают вводить, например, групповые занятия, но не продолжительное время, там, не поддерживает позу, направленность взгляда на взрослого, невыполнение инструкций, либо не всегда выполняет инструкции, выполняет по подражанию, по образцу. Все, что вы фиксируете у ребенка, наблюдаете, да, все это здесь отражаете. Далее, коммуникативные возможности и речь. Прописываете, как ребенок общается, взаимодействует со взрослыми и с детками. Самое основное.
Давайте дальше, не будем сейчас писать. Видите, у нас очень мало времени, да, чтобы просмотреть все, мы не можем заполнять. Но вы должны понимать то, что что вы впишете, то вам потом будет выдано уже в готовом варианте. Угу. Вот. Просто пройдем по структуре. Предметно-практическая деятельность, угу. Самообслуживание, спускаемся ниже. Бытовая, трудовая деятельность, идем ниже. Математические представления, опускаемся вниз. Ничего не пишем сейчас. Представление об окружающем мире, природном, социальном. Вот. В конце характеристики мы указываем потребность в уходе и присмотре. Вот. Это очень важно. Условия реализации потребности в уходе и присмотре – это особенность, в общем-то, реализации адаптированной остановочной образовательной программы, если мы говорим об образовании детей с выраженным нарушением интеллектуального развития. В период пребывания ребенка в образовательной организации ответственность, вот, и берет на себя всю эту работу по уходу и присмотру образовательная организация. Надо поменять памперс, значит, меняем памперс. То есть это задача и функция образовательной организации. Как будет организована работа, это уже другое. Вот здесь мы отражаем именно потребность, необходимость. Например, ребенок с поведенческими проблемами, двигательно расторможен, значит, постоянный контроль, требуется постоянный контроль. Вот эту фразу нужно написать. Там частичный присмотр, что-то еще. То есть в зависимости от особенностей ребенка. Вот, и в конце делаются выводы по итогам оценки знакомства с ребенком. То есть приоритетные направления. Ребенок пришел в школу. Ребенок с поведенческими проблемами, с расстройством аутистического спектра, либо с аутистическими чертами. Требуется контроль, учебное поведение не сформировано, проблема с коммуникацией, с общением, взаимодействием с окружающим. Значит, приоритетными направлениями здесь будет формирование базовых учебных действий и формирование коммуникативных навыков. Это не значит, что у ребенка не будет всех предметов, математика, окружающий мир, физкультура, музыка. Будет все. Все предметы не могут быть приоритетными. Акцент на первом году обучения и на предстоящий год, поскольку индивидуальная программа разрабатывается сроком на один учебный год, акцент делается именно на определенные вещи. В данном случае базовые учебные действия и коммуникативные навыки. Сделали характеристику, написали, молодцы, пошли вперед. Индивидуальный учебный план. Индивидуальный учебный план составляется на основе учебного плана образовательной организации. Мы уже сказали, у ребенка поведенческие проблемы, ребенок не готов еще находиться полностью на групповых занятиях, выдерживает только 10-15 минут. Идет, и вот в этот год будет простраиваться работа по введению ребенка в группу, подключению к групповым занятиям. Пока этот процесс идет, мы ставим индивидуальную форму работы. То есть групповая или индивидуальная? Индивидуальная. На период введения, повторяю, в группу. Вот. И, ну, например, проставляем часы. Альтернативная дополнительная коммуникация 3 часа. Математические представления 2. Окружающий мир 2. Социальный 2. Человек 2 или 3 часа может быть. Адаптивная физкультура у ребенка. Музыка и движение. Изобразительная деятельность 3 часа. Вот, мы знаем, что максимальная нагрузка, ну, руководством с Насанпином 2015 года 21 час, значит, вот в пределах 21 часа. Вот, но поскольку там много вопросов к формированию нагрузки в неурочной деятельности, значит, пока отметили так. Если у ребенка есть еще коррекционные курсы, да, вот тогда проставляется здесь. Ниже отмечаются, также ставятся часы. Например, и внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность входит в общую недельную нагрузку. Значит, например, мы можем поставить 4 часа внеурочной деятельности. 1 час – это будет мероприятие в течение года. Вот все мероприятия, которые проходят в течение года. И плюс занятия, например, по разным программам внеурочной деятельности. Все это добавляется. Все, все заполнили, пошли вперед. Содержание образования в условиях организации семьи включает 5 разделов. Поскольку это индивидуальная программа, то вот эти 5 позиций не обязательно, что будут у всех. У ребенка с глубокой умственной отсталостью,
где уровень развития 7-8 лет соответствует первому году жизни ребенка, нормы развития, там, конечно, у него будет только пункт вот, содержания учебных предметов, коррекционных курсов и внеурочная деятельность, поскольку содержание АООП реализуется через урочную и внеурочную деятельность. Вот, но у нас девочка немножко другая, девочка с умеренным сноосталостью, вот, которую мы сейчас рассматриваем, поэтому у нее будут базовые, например, учебные действия. Базовые учебные действия включают, вы рано открыли там, ребята, базовые учебные действия включают три задачи. Это создание благоприятной обстановки, способствующей положительному, способствующей формированию положительной мотивации пребывания в образовательной организации. Это формирование учебного поведения и формирование умения решать там задачи в соответствии с предъявляемыми требованиями. Раскрываем каждую из этих задач и смотрим, какие ожидаемые результаты актуальны ребенку на предстоящий учебный год. Их не может быть много. Да, базовых учебных действий. Поставите много, потом скажете, ребенок не освоил программу. Вот в нашем случае, в случае обучения детей с выраженным нарушением интеллектуального развития, не может по определению быть такого, что ребенок не освоил программу. Значит, специалисты некорректно ее составили. Доступный уровень образования. Наполняемость содержания доступна должна быть ребенку. Вот, и мы выбираем. Первая задача, например, спокойное пребывание в новой среде. У нее проблем нет, мы эту задачу не берем. Перемещение в новой среде без проявления дискомфорта тоже не актуально. А вот проблема с коммуникацией, да, это важно, над этим поработать. Мы отмечаем принятие контакта, инициированного взрослым, установление контакта с педагогами и другими взрослыми, участвующими в организации учебного процесса, ориентация в учебной среде обязательно, да? Поскольку когда ребенок ориентируется во времени, ориентируется в пространстве, это снимает лишние такие риски и не вызывает ненужных поведенческих проблем. Предсказуемость. Это очень важно. Значит, ориентация в среде. Планирование учебного дня. Вот то, что я говорю, то, что важно. Временная и пространственная организация. Ориентация в расписании дня. Вот. Можно было бы поставить, например, задачу следованию расписанию дня. Ребенок хорошо берет пиктограммы с умеренным сноосталостью, все замечательно, но многовато. Вы будете работать и будете ее учить, но это будет как опережающее обучение. Мы всегда делаем чуть больше, чем выбираем в индивидуальную программу. Вот поэтому достаточно. Дальше берем формирование учебного поведения, открываем. Поддержание правильной позы, да. Тяжело сидеть, крутиться, вертиться, важно, нужно. Направленность взгляда на лицо взрослого на выполняемое задание, выбираем. Угу. Подражание простым действиям, движения с предметами, выбрали. Хорошо, все, достаточно, свернули. Дальше идем, третья задача, ниже опустились. Выполнение задания полностью от начала до конца, выбираем эту задачку. И проблема у нас у всех детей, последняя здесь задача, переход от одного задания. Дети даже за столом не могут себя обслужить. Съели первое, не могут отодвинуть тарелку, приставить другую тарелку. Важно над этим поработать, чтобы все специалисты именно обратили внимание. Базовые учебные действия, они не являются ни учебным предметом, ни коррекционным курсом. Занятия, вернее, работа по формированию базовых учебных действий проводится всеми специалистами. На всех занятиях, в режимные моменты, собственно, вся жизнь ребенка пронизана формированием вот этих базовых учебных действий. Это важно. Так, идем дальше, вперед. Содержание учебных предметов коррекционных курсов. Ну, давайте возьмем, например, математические представления. Разделы, 5 разделов. Возьмем первый раздел «Количественные представления». И выбираем задачи. Нахождение одинаковых предметов, разъединение множеств, объединение множеств, единое множество, развлечение множеств, угу. Сравнение множеств без пересчета. Берем дочисловой период, берем эту задачку, все, и так далее. То есть принцип понятен. Выбираем все, идем дальше. Можно брать другие предметы, вернее, не другие, не можно, а нужно будет брать вам все предметы, которые есть в индивидуальном учебном плане. Раскрывать содержание и выбирать из содержания доступные ребенку для освоения на предстоящий учебный год задачки. Так, вперед двигаемся. Предположим, что все выбрали. Идем вперед.
Далее, нравственное развитие. Вот здесь нравственное развитие. Представлены шаги, два шага. Первый шаг. Это познакомьте, значит, вам предлагают познакомиться с примерным содержанием направления нравственного развития. И второй шаг. Определите нравственные нормы, которые вы будете формировать у ребенка. Ниже дан перечень нравственных норм. Либо берете что-то отсюда, либо дописываете все, что нужно. Выбрать все. Кому надо все, ставите галочку «выбрать все». Не надо, значит, не ставите. Угу. Ну, например, доброжелательно и уважительно относиться к окружающим. Очень важно. Делиться игрушками, да? Ребенок маленький, 7 лет, очень актуально над этим поработать. Например, спокойно вести себя в помещении на улице, чуть ниже. Угу. Вот, выбрали. И вот в этом году мы работаем, понятное дело, что мы делаем больше, но акцент в работе ставим на это. Все, идем дальше. Вперед. И если что-то нужно дополнить, то ниже все это можно дополнить, дописать все, что необходимо. Дальше. Формирование экологической культуры здорового, безопасного образа жизни. Вот здесь представлены. Не опускайте, пожалуйста. Содержание по экологической культуре. И дается возможность выбрать актуальное для работы с ребенком содержание и конкретизировать его. Фразы общие. Придет Рособорнадзор, посмотрит, все прекрасно, соответствует требованиям в ГОС. Спрашиваешь у учителя, чем занимаетесь, чему учим. Учителя сказать не могут. Да? Вот поэтому нужно конкретизировать каждую задачу. Ну вот посмотрите, пожалуйста, давайте вот посмотрим эти направления. Представление об основах экологической культуры. На примере экологически сообразного поведения в быту и в природе. Ну, например, если ребенок, вы видите, такая разрушительная деятельность наблюдается, не ломать ветки деревьев без надобности, не обижать собак, кормить там птиц зимой. То есть конкретные задачи, вот чему, над чем нужно поработать и чему поучить ребенка. Опускаемся вниз. Осознанное отношение к собственному здоровью, идем ниже. Опускаемся, просто просматриваем. Угу. Интересы, бережное отношение к природе, соблюдение правил поведения в природе. Ниже. Знание правил здорового питания. Ниже. Негативное отношение к факторам, нарушающим здоровье. Готовность безболезненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями состояния здоровья. Вот это очень важно бывает для наших детей, для маленьких. Дети боятся врача. Халата, запаха, помещений, чего угодно. Приходится ролевые игры устраивать и так далее, прорабатывать. Вот, например, спокойно заходить в кабинет врача, вы ставите задачу, да, и позволять врачу осматривать себя. То есть поднимать рубашку, открывать рот по просьбе, давать себя слушать под эндоскопом. То есть вот такие конкретные задачи, над чем нужно поработать. Вот, поскольку вот эту программу разрабатывает экспертная группа, к работе экспертной группы в обязательном порядке привлекаются родители. Вы будете знать, какие проблемы у семьи в работе, вот, в общении с ребенком, да, в воспитании ребенка. Вот, и все это, конечно, нужно учитывать. Вот, это для совместной работы идет планирование такое. Вот, ну и так далее. Все это формируем, записываем все позиции, все, что нужно, и идем вперед. Следующий, последний пункт вот раздела «Содержание образования» – это внеурочная деятельность. Здесь предлагается зафиксировать мероприятия. Ну вот, например, какой там праздник пишут сейчас? Там праздник, ну, Новый год там, или осенний праздник, праздник осенний, там Пасха, неважно. Далее, планируемая деятельность ребенка. Ну, например, ребенок учит, разучивает танец, да, на занятиях. Он будет выступать, это исполнять танец, либо что-то еще делать, какие-то украшения, элементы костюмов, вот, в зависимости от работы. То есть вся планируемая работа прописывается вот здесь. И потом уже, когда вы будете проводить мониторинг по результату в форме проводить текущую аттестацию в форме мониторинга, вот, и результативность, тогда вы уже будете писать по факту участие ребенка в этом мероприятии. Ну, например, все было хорошо, отсутствовал по причине болезни. Все, не было. Заболел. Бывает. Далее, и вот так вот вы прописываете. Справа обратите внимание, есть плюс. Плюс – это добавляются строчки. То есть вписываются разные праздники. То есть можно, да? Все добавление знаком плюс в любых таблицах. Далее ниже идут программы. Название рабочей программы. Это рабочие программы по внеурочной деятельности. Ну, например, там игротека там, или
радуга, неважно. И вот мы прописываем возможные предметные результаты, возможные личностные результаты. Это вот то, что актуально для ребенка. В рамках уже работы и посещения занятий вот, по программам внеурочной деятельности. То есть принцип понятен. Хорошо. Идем дальше, вперед. Угу. Так, пятым пунктом в структуре специальной индивидуальной программы идут условия реализации потребностей в уходе и присмотре. Вот здесь нужно оформить таблицу, в которой будет указано время, деятельность и место проведения. И самое главное, ответственный. Кто это делает? Да? Вот, например, временной промежуток. 8.30, 9.20, предположим, или 9.10. 8.30, 9.10. У ребенка может быть либо занятие, либо присмотр и уход. Ребенок не остается без контроля. Это таблица ухода и присмотра. Все временные промежутки отмечаются. Если ребенок находится, например, в детском доме-интернате, да, бывает такая история, то в первой половине дня он посещает образовательную организацию, потом возвращается, и идет работа и уход и присмотр в условиях уже ДДИ. Тогда может быть две таблицы. И вот в той версии, которая будет выложена на сайте omk.sipr.rf, там будет дано две таблицы. Вот, для первой половины дня и второй половины дня. Вот, и будут точно так же добавляться какие-то у вас, ну, в смысле, крестиком можно будет добавлять необходимые графы еще и столбцы. Ну вот смотрите, раздевание. Вот этого мало, то, что написали, да? Раздевание – это что, уход или присмотр? Коллеги, уход. Раздевание – это уход. Где? Место. Да? Потому что раздеваться он может быть в коридоре, в классе, может, вы где-то в другом месте раздеваете. Ага. С кем? Кто отвечает за это? Обязательно. Ответственный. Ответственное лицо. Класс и там, например, учитель. Это зона ответственности. Даже хорошо, если кто? Конкретный человек. У нас был такой случай. Прекрасно, ребенок хороший, такой синдром, да, у нас умеренность осталась, с улыбкой, все. Захожу в туалет, слышу, вода течет. Ну, слышу. Смотрю, сухо, раковина, все сухо. Открываю кабинку, никого. Открываю вторую кабинку, стоит красавчик. Вот так вот все течет по нему. Да? Вот чтобы так намокнуть, это надо голову сунуть в унитаз и нажать не один раз. Кто будет убирать ребенка, кто будет мыть туалет? Пожалуйста, в табличке все указано. Кто не досмотрел? Дети бегают быстро. Внимание должно быть у специалистов вообще на высшем уровне. Так, принцип понятен. И вот так вот заполняются все временные промежутки. Значит, в течение дня у ребенка либо уход, либо присмотр, либо занятие. Вот. И если индивидуальную таблицу индивидуальных занятий ребенка совместить с таблицей ухода и присмотра, то будет прописано все время пребывания ребенка в школе. Все временные промежутки будут отмечены. Дальше идем. Вперед. Угу. Специалисты, участвующие в разработке реализации СИПР. Значит, мы прописываем. Учитель. Плюс. Да, в экспертную группу входит. Угу. Например, учитель, там, логопед. Учитель-дефектолог, учитель физкультуры, то есть все специалисты, тьютор, если есть, то есть все, кто занимаются с ребенком. Так, заполнили всех и идете дальше. Вперед. Не надо. Ага. Вперед идем. Так, следующим пунктом в структуре индивидуальной программы идет программа сотрудничества с семьей. То есть представлены задачи, мероприятия, формы сотрудничества образовательной организации и родителей. Значит, что здесь? Предлагаются задачи вот, и мероприятия. И с левой столбик выводить. Можно вывести все, а потом только убрать ненужные. Выводим все. Пометьте, пожалуйста, все пункты. Вниз опускаемся по страничке.
Все помечаем галочками и пошли дальше, вперед. Далее. Технические средства, дидактические материалы, необходимые для реализации данной конкретной индивидуальной программы. Ну, например, дидактические материалы по, или наглядный материал по окружающему миру. Да? Пиктограммы, там, мемокартинки по каким-то, по какой-то тематике. Все, что необходимо для работы с ребенком. Если ребенок самостоятельно не передвигается, значит, кресло-коляска, вертикализатор, может быть, там что-то еще не говорит, коммуникатор. В общем, все, что необходимо для работы дома и в школе. Так, и идем дальше, вперед. Последним пунктом в структуре индивидуальной программы идут средства оценки динамики обучения в процессе мониторинга. На сегодняшний день нет единой системы оценки динамики обучения. Каждая образовательная организация использует свои условные обозначения. Вот где-то это баллы, где-то цифры, где-то проценты. У нас это цифры, вернее, буквы и знаки. Ну вот, например, ЗП – значительная помощь. То есть мы оцениваем уровень самостоятельности ребенка при выполнении задания. Частичная помощь, ЧП и так далее. Выполнение действий по подражанию, буква П. Выполнение действий по образцу, буква О. Самостоятельное выполнение, плюс. Не выполняет, минус. То есть у нас вот такие, например, приняты условные обозначения. Ну и вот теперь посмотрите. Дальше идем вперед. А дальше уже не пройти. Видите, да, все. Программа заполнена. Тогда сохранить. В серединке нажимаем. Вот, и она формируется в текстовом формате. В текстовом формате. Угу. Вот то, что мы заполнили. Видите, да? Вот то, что мы с вами сейчас смогли набрать за это время, вот все это представлено в одном документе. Так, коллеги, а теперь вернитесь, пожалуйста, на начало, и сейчас будем медленно опускаться. Вы видите, здесь, поскольку будет общая база, да, личный кабинет, персональные данные, закрытая информация, то вы будете сами дописывать, что за ребенок, имя, фамилия, да, там адрес, в общем, всю ту информацию, которая нужна будет, потому что здесь ее нет. А, еще скачать. Ну вот, видите, мы еще не скачали. Значит, мы когда с вами сохранили, вот эта штучка открылась. Нажимаем значок «Скачать», видите, да? Угу. Нажали «Скачать». И вот нужно будет посмотреть, куда у вас загружается эта программа на компьютере. У нас получилось здесь посмотреть, нет? Угу. Ну вот сейчас попробуют. То есть, когда вы использовали программу «Конструктор», вы сделали болванку. Теперь вашу программу индивидуальную на ребенка нужно довести до ума. И вот еще, когда вы будете создавать, вот самое начало, когда мы начинали смотреть, компьютер выдает огромный ряд цифр, латинских букв и цифр. Вот этот ряд букв и цифр вместо имени ребенка, то, что выдает компьютер, обязательно сохраняйте, чтобы потом найти его в базе. Вот программа, которую вы будете делать, разрабатывать вот в личном кабинете, она сохраняется. Вы ее скачиваете, но она там остается. Через полгода вы поднимаете, входите в личный кабинет, проводите мониторинг, вносите изменения, образовательные, ожидаемые результаты, добавляете, там, меняете и так далее. Она будет сохраняться там в течение, в общем, все время, на 13 лет будет сохраняться в базе.
базы хватит, чтобы обслужить всю Российскую Федерацию. Что? Нет, в вашем личном кабинете. Доступ только к вашим программам будет у вас. Да. Если кто совсем там вот так вот потерял, тогда найдем. Но лучше скопируйте вот эти коды и не теряйте, пожалуйста. Так, получилось что-нибудь, нет? Не получилось. Очень жаль, что не получилось. Посмотреть, как это будет. Андрей Михайлович, откройте тогда то, что мы набрали. Давайте по нему пройдем. Ну вот там или компьютерщик, он сказал, тоже нет. Ну вот посмотрите, пожалуйста. Значит, в общей сведении о ребенке. Когда у вас выйдет единым документом, вы добавляете ту информацию, которая необходима. Да? Идем дальше, ниже. Психолого-педагогическая характеристика. Уже не будет тех пунктов, в которые вы забивали. То есть сама структура не будет в индивидуальной программе. Будет только тот текст, который вы набрали. Всего лишнего не будет. Дальше, индивидуальный учебный план. Спускаемся ниже, идем дальше. Вот в таком виде. Далее идем. Угу. Дальше. Так, вот посмотрите, пожалуйста, математические представления. С помощью программы «Конструктор» мы набрали ожидаемые результаты обучения. Выбрали задачи из программно-методического материала. Теперь задачи, в случае необходимости, мы сейчас посмотрим, нужно индивидуализировать и оформить с учетом проведения текущей аттестации в форме мониторинга. Что это такое? Ну вот, например, развлечение множеств. Когда у вас написано в строку «один много, мало, пусто», вы не сможете провести мониторинг по полугодиям вот здесь. Да? Поэтому все по вертикали вы делаете. Один. Опускаем, Оксана. Не опусти. А, не опустить. Хорошо. Значит, опускаете все вниз, вот так вот, каждую позицию отдельно. Так, ну что, здесь тогда нам больше смотреть нечего. Попробуйте другую программу, уже скачанную из интернета, с этого сайта спробанного. Нету, да? Ну вот как-то так. Принцип понятен? Да, принцип как предыдущий, только что на всю индивидуальную программу, уже на всю структуру. Пожалуйста, какие есть вопросы? Да. Не знаю пока еще. Вот это... Пока такая задача не стоит, обрабатывать, вести статистику, представляете, да, у нас мы все это делаем в свободное от работы время, вот, поэтому, не знаю, не могу сказать. Да. О, посмотрите, пожалуйста, нам повезло. Сейчас, минуту, ага, давайте. Разрешить редактирование. Вот. Угу. Ну, это просто пример программы. Идем ниже. Что-то открылось нам, да. Это характеристика, ну, вот полная на ребенка. Индивидуальный учебный план. Это старая. Угу. Тут без цифр. Ну, это примеры просто вам показывают. Так, еще раз вопрос. Угу. А все ли предметы из учебного плана организации представлены в СИПРе или все-таки нет? Вы сказали, что все будет у ребенка. Нет. У ребенка всего быть не может. Да? Вы определяете уровень актуального развития. Если ребенку недоступно освоение каких-то содержания учебных предметов, у него вообще их не будет. Либо частично будут. Либо набор учебных предметов и коррекционных курсов в индивидуальном учебном плане будет разный. У кого-то только коррекционные курсы. Да, в примерном учебном плане там даны часы максимум.
3 часа по речи, предмет речи, альтернативная коммуникация, максимально 2 часа по математике и так далее. Может быть, ребенку не надо 3 часа. Не надо 3 часа по человеку, достаточно 1 или 2. Это все решает экспертная группа. Объем, то есть направление работы, предметы и курсы, и количество часов. Так, еще, пожалуйста, вопросы. Диагностический период сентябрь месяц. Да, весь месяц. Ребенок 1 сентября приходит в школу. В течение месяца идет углубленное изучение в соответствии с расписанием, которое представили, вернее, составили уже до начала учебного года специалисты. Они берут ребенка на занятия. Вот, и в ходе уже своих занятий проводят диагностику и намечают уже направление работы с ребенком и конкретные задачи. То есть получается по факту, на практике, что к концу сентября месяца уже, так скажем, у каждого специалиста болванка задач есть. Ожидаемых результатов, то, что доступно будет ребенку для освоения на предстоящий год. В соответствии с... составлено расписание занятий у всех специалистов, да. Другое дело, что для того, чтобы составить расписание... Для того, чтобы составить расписание занятий, нужно знать ребенка. Да? Если вы получаете в августе месяце, пришли, все отдохнули, хорошо, все замечательно, пришли в школу, создается экспертная группа. Знакомитесь с сопроводительными документами ребенка. Кот в мешке. Не знаете, как вы составите расписание. Вы не знаете, будет ли у него групповая форма работы или только индивидуальная форма работы. Очень трудно. Нам в этом плане легче, поскольку мы проводим первичное психолого-педагогическое обследование. Когда в течение предыдущий год, то есть еще до момента прихода ребенка в школу, мы приглашаем ребенка в сопровождении родителей в школу на один учебный день. И получаем, в течение дня идет работа, обычная работа в классе, ребенок находится в классе, его пытаются вовлечь в групповые занятия, в индивидуальные, разные специалисты его смотрят, и мы таким образом имеем первое представление об уровне актуального развития ребенка. Это дает возможность специалистам составить расписание к началу учебного года. И в соответствии с расписанием и состав экспертной группы определить, это легче. Да. Есть еще вопрос. Да, есть еще вопрос. Мы знаем, что к нам приходит в школу ребенок в следующем году с заключением 8-3. Фактически он должен сесть в класс с легкой умственной отсталостью, но мы также знаем, что ребенок не справится с этой программой, скорее всего, ему потребуется обучение по специальной индивидуальной программе. Но родители не готовы менять программу, идти на ЦПМПК. Как решать этот вопрос? Можем ли мы в рамках организации его решить? Ну, в соответствии с теми требованиями, которые нам дает законодательство, мы не можем сами принять решение. Есть вариант, что мы разрабатываем на такого ребенка индивидуальную программу в рамках вот третьего варианта программ 8.3, да? Но индивидуальная. Но это, да, не СИПР там называется, как индивидуальная программа или адаптированная образовательная программа. То есть мы адаптируем тогда, получается, третий вариант под этого ребенка. Но, по сути дела, это примерно то же самое, что и СИПР. Но лучше, правильнее, конечно же, будет, чтобы ПМПК дало соответствующее заключение. Потому что если придет, опять же, Рособорнадзор, он вам наверняка укажет на это, что необходимо соответствующее заключение. В заключении должны быть прописаны в том числе и специальные условия, и та программа, которая рекомендована ПМПК. Здесь еще такой есть нюанс. Да? Если брать деток, обучение детей с легкой умственной отсталостью, там предполагаются два варианта, вернее, два уровня. Достаточный уровень и минимальный уровень. Если ребенок не берет недостаточный, не минимальный, тогда разрабатывается программа. Так вот индивидуально сразу разрабатывать, здесь сначала время потерять, проверить, что же он все-таки возьмет, не возьмет. Мы теряем время драгоценное. Здесь вот тоже... Есть еще вопросы, пожалуйста? Ну что ж, да, пожалуйста.
Я когда была у вас в Пскове, я наблюдала работу, и было очень интересно, когда специалист, допустим, забирает с групповых занятий, то есть у вас ребенок и на групповых, и на индивидуальных бывает, да, по СИПРу такое возможно. Но у нас, поскольку тоже это предполагается, мы немножко затрудняемся вот с чем. Если ребенок посещает, допустим, групповое занятие, потом остальные ребята из группы остаются в группе, он идет на индивидуальное, а время, оно же разное. На индивидуальных занятиях он не может быть больше 25 минут, а там 40. Как вот эта разница решается? Мы сделали таким образом. Есть временной промежуток 40 минут. Да? Чтобы не сбивать работу в классах, специалисты у нас берут детей на 40 минут. Индивидуальное занятие не более 25. Это продуктивной деятельности. В эти 40 минут, 25 минут, если ребенок может 25, да, для него по силам 25, они раскиданы с промежутками, чередуются нагрузка, динамическая разгрузка. 5-7 минут позанимались, пошли, сходили, там походили по лесенке, в шариковый бассейн сходили. Опять позанимались 5-10 минут, что-то еще пошли, поделали. И таким образом, вот в течение этих 40 минут, да, ребенок занимается продуктивно 25, и тогда сбоя никакого нет. Хождения нет, никто никому не мешает. Безусловно, время погружения ребенка в сам предмет, оно постепенно увеличивается, да. Нарастает. Да, время его, с учетом его уже, как сказать, возрастающих способностей удерживаться на предмете занятия. Но сначала это должно быть гибко, именно исходя из возможностей конкретного обучающегося. У нас есть детки, которые с 3 минут мы начинаем заниматься. И 3, и 5, и групповые занятия есть, и 5, и 7 минут. Но учитель 40 минут, и поиграли, раз, собрал внимание, так опять. То есть постепенно идет увеличение. Но 40 минут – это учитель в классе, да. Он не гуляет. Есть еще вопросы, может быть, какие-то появились? Да, пожалуйста. Добрый день. Мне бы хотелось узнать, решается ли как-то вопрос нормативно-правового обеспечения включения детей с умственной отсталостью в общеобразовательные классы. Мы же знаем, что они, в общем-то, должны учиться либо в отдельной образовательной организации, да, либо в отдельном классе. И у нас сейчас, к сожалению, я думаю, что многие могут подтвердить, что дети с нарушениями интеллекта обучаются в общеобразовательных классах, а это, в общем-то, не совсем правильно. Как вы считаете? Это совсем неправильно. Я согласен с тем, что очень сложно обучать детей, которые находятся в одном классе, по разным программам, особенно если у ребенка имеется выраженное нарушение интеллекта. И очень важно, чтобы образовательные организации все-таки создавали, если к ним приходят такие дети, да, чтобы они создавали все-таки условия для того, чтобы обеспечивать именно обучение в отдельном классе детей, обучающихся по индивидуальным программам, специальным индивидуальным программам развития. И в некоторых регионах, в отдельных школах это уже происходит и создаются такие условия, но, к сожалению, пока что их недостаточно. Как вариант, мы иногда директора школ говорят, что нам не набрать вот детей для того, чтобы создать из них класс. Да, какой-то небольшой, допустим, населенный пункт или... И в школе нет достаточно классов. Тогда можно руководствоваться предложением стандарта организовывать не класс там, с 1 по 11, да, а именно ступень, разновозрастная ступень, то есть собирается разновозрастная группа из детей, скажем, от 7 до 9 лет. Да, и из них вот получается такой класс-комплект, с которым происходит вот это вот обучение на основе индивидуальных программ. То есть это допускается стандартом и примерно адаптированной основной общеобразовательной программой. А вот объединение классов, это не значит, что дети должны сидеть в одном классном помещении все. Можно организовать процесс с учетом объединения. Больше организационных возможностей, когда четверо взрослых работают с 10 детьми, нежели когда двое с 5. Да.
Еще вопросы, может быть? А, нормативная база. На уровне нормативной базы, поскольку в стандарте и в примерных адаптированных основных общеобразовательных программах и методических рекомендациях по реализации в ГОС это обозначено, есть, то есть уже нормативная основа она имеется. Каким образом дальше осуществлять вот этот вот сам механизм, то есть это уже как расширенные получаются такие методические рекомендации, но они могут быть, но практически мы сейчас рекомендуем, чтобы образовательные организации на уровне локальных актов с учетом специфики конкретной образовательной организации расписывали этот процесс в рамках того, что предлагает уже вот разные федеральные нормативные документы, я имею в виду примерные АОП и методические рекомендации по реализации в ГОС. Еще есть ли вопросы? Да, ну по нормативно-правовой базе вы знаете, что сейчас готовятся изменения в федеральный закон об образовании, да, в части образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Да, мы его действительно очень давно ждем, но вот он вернулся не так давно из правительства с очередными замечаниями, которые, насколько я знаю, уже, как сказать, устранены и опять переданы, и дальше будет, соответственно, путь. Да, да, да. Ну, и вопросы есть, действительно. Мы все очень ждем этих изменений. После изменений, соответственно, в закон будут еще изменения и в федеральный государственный образовательный стандарт, и в примерную адаптированную основную общеобразовательную программу. Вот. Но мы надеемся, что когда это будет, но вот как только закон изменения будет, то, значит, там все остальное пойдет, я думаю, что гораздо быстрее. Потому что, ну, закон принимает Государственная Дума. И это вопрос, наверное, не ко мне, это к Думе. Вот. Поэтому мы все очень ждем и надеемся, что в этом году, и может быть даже к началу учебного года, Министерство образования может быть нам ответит более конкретно на этот вопрос, но все ждем и надеемся. Коллеги, мы, наверное, тогда уже по времени будем с вами заканчивать. Я благодарю вас за внимание. Этот ресурс мы постоянно будем и дальше развивать. И вы можете обращаться к нам через ОМК СИПР напрямую, и мы постараемся на все ваши вопросы ответить обязательно. А если будет желание приезжать на курсы, пожалуйста, тоже можете через сайт Федерального ресурсного центра подавать заявку на курсы или непосредственно Центр лечебной педагогики. И регулярно, практически каждый месяц мы проводим курсы повышения квалификации в объеме 72 часов. Также часть идет дистанционно, часть очная часть. Возможно, кто-то из вас уже был на этих курсах. И, конечно, лучше вот такая практическая работа, поскольку курсы предполагают погружение непосредственно в практическую деятельность, и специалисты не просто получают знания во время семинаров, они работают вместе с специалистами нашего центра, с детьми, и имеют возможность поэтому погрузиться полностью в процесс. Все, спасибо большое всем за внимание. Надеемся, что представленный ресурс сегодня как-то вам поможет.